Добрый день, друзья! Сегодня 11 февраля, а 28 января я уложил на окоренение черенки инжира. Вот в этих двух контейнерах. В одном контейнере черенки уложены на окоренение в субстрат кокосовый, а во втором контейнере в мох сфагнум. Ну вот и давайте посмотрим, есть ли разница в окоренении. Прошло ровно 14 суток. Вот смотрите, это мох сфагнум. Вот, пожалуйста, какие корни. Вы, как видите, здесь я на основании черенков сделал борозды острым предметом, шилом, и смазал кисточкой с помощью кисти смазал клоник с гелем. Вот еще один. Вот, пожалуйста, какие корни. Еще. И после того, как уложил их, поставил, закрыл контейнеры, так как, чтобы сохранялась влажность, и поставил на шкаф на кухне. Температура примерно 22-24 градуса. Ну, как видите, в основном уже окоренились черенки, в зависимости, конечно, от сорта. Одни раньше, другие немного позже. Итак, это в мхе сфагнуме. Сейчас перейдем, посмотрим кокосовый субстрат. Так, вот здесь вот черенки в кокосовом субстрате. Также, смотрите, как вы можете увидеть, разницы практически нет. Единственная разница — это в сортах. Одни сорта раньше, другие позже укореняются. Вот, да и вообще не принципиально, какая будет влагоудерживающая среда. То ли это субстрат кокосовый, то ли это мох сфагнум. В конечном итоге вы можете даже на дно такого контейнера уложить мокрую газету или мокрые газеты, влагоудерживающий слой, и на газеты выложить черенки, и они также будут окореняться. Ну, единственное, что хорошо, вот мох сфагнум и субстрат кокосовый, они при их использовании не образуется плесень. Антисептик субстрат, то есть антисептиком является сфагнум, и кокосовый субстрат, он нейтральный, также без различных грибов. Ну и также я при использовании периодически сбрызгиваю вот из такого вот опрыскивателя, видите, сбрызгиваю свои черенки раствором перекиси водорода. 2 столовых ложки на литр воды. Перекись водорода 3% из аптеки. Вот. И это также помогает уничтожить различные плесневелые грибы, которые, возможно, желали бы развиваться в этой влажной, теплой среде. Сегодня я пересажу часть черенку вот в такие 300-граммовые стаканы 300 миллилитров. Вот. И потом, когда увижу разрастание корней на стенках, через стенки стаканов, я их пересажу в большие 1,5-литровые контейнеры. Вот такие вот. Вот видите, это 1,5-литровый контейнер. И они будут уже доращиваться.
Такой же способ укоренения можно применять и к виноградным черенкам. Разницы никакой нет. Кстати, я использую гель в концентрированной, не разбавляю. Многие виноградари, инжироводы пользуются гелем, который разводят с водой в соотношении 1 к 3, 1 к 5 и так далее. Ну, об этом много информации в интернете. Ну вот, успехов вам! Успехом, друзья! Успехов вам в выращивании саженцев и получении хороших урожаев! Ждем весну! До встречи! Сейчас закрываем свои контейнеры до времени и отправляем их обратно на шкаф. Через часик займусь работой. Начну пересадку.